Российская олимпийская чемпионка по метанию молота Татьяна Белобородова временно отстранена от соревнований. Такое решение приняли в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. ИААФ перепроверила допинг-пробы, взятые у спортсменки на чемпионате мира 2005 года. Сообщается, что в результате выявлены нарушения антидопинговых правил. В копилке Белобородовой золото Олимпиады 2012 и чемпионата мира 2013. Олимпийские игры 2008-го спортсменка пропустила из-за двухлетней дисквалификации за употребление стероидов. Поскольку в этот раз нарушение повторное, ей грозит более длительная дисквалификация. Напомню, независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства в ноябре обвинила Россию в коррупции и многочисленных допинговых нарушениях. Организация также рекомендовала ИААФ отстранить российских легкоатлетов от участия в соревнованиях под ее эгидой, в том числе в Олимпиаде 2016.